как Димаш готовится к сольному концерту в Нур-Султане. Концерт популярного казахстанского исполнителя состоится 29 июня на Астана-Арена. В сети появилось видео с подготовки Димаша Кудайбергена к сольному концерту «Арнау» в Нур-Султане. Уникальными кадрами в своей личном аккаунте в Instagram поделился экс-глава телерадиокомплекса «Казахстан», а ныне советник президента Казахстана Ерлан Карин. Судя по кадрам на видео, подготовка к масштабному концерту в столице Казахстана идет полным ходом. В большом павильоне вокруг Димаша собралась съемочная команда. Вчерашней ночью встретился с Димашем и его отцом Канатом Айтбаевым во время подготовки к концерту. Обсудили всю предстоящую работу. Кратко подписал Ерлан Карин видео со встречи с популярным артистом. Концерт Димаша «Арнау» посвящение состоится 29 июня на Астана-Арена. Столичный стадион вмещает до 30 тысяч зрителей. Там же с успехом прошел его первый сольник – концерт «Бастау». Начало. На шоу уже купили билеты поклонники Димаша из 15 стран. На июньский концерт собираются приехать фанаты из России, США, Китая, Великобритании. На данный момент уже куплены практически все билеты на шоу. Свободными остаются только две фан-зоны стадиона. Цены на билеты в эти сектора варьируются от 8 до 10 тысяч тенге, от 21 до 26 долларов. 12 мая в 21:15 телеканал «Казахстан» будет транслировать московский концерт Димаша. Время в Нур-Султане будет 18:15. Напоминаем, что российский канал НТВ также покажет этот концерт 12 мая, но уже в 23:00. Димаш Кудайберген поздравил соотечественников с Днем защитника Отечества и обратился. Сегодня все казахстанцы отмечают День защитников Отечества. Поздравляем вас с Днем смелости, храбрости, отваги и чести. Пусть ваше здоровье будет крепким, любимый человек верным, удача постоянной, мужество неугасаемым, а счастье бесконечным. Димаш Кудайберген попал на обложку журнала Starbucks. Певец опубликовал фото на своей странице в социальной сети. Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген стал героем майского номера журнала Starbucks Magazine. Радостной новостью 24-летний певец поделился в своем аккаунте Instagram. Starbucks с 2014 года публикует фото и интервью с известными людьми, исполнителями и звездами шоу-бизнеса. Ранее Димаш Кудайберген появлялся на обложках известных китайских глянцевых журналов, таких как Men's Health и South Metropolis Daily. Чиктин. В текущем году 7 июня казахстанец станет специальным гостем премии Муз-ТВ 2019. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!